«Армия на ладошке» – это экспозиция военно-исторической миниатюры. Ее в 10-й школе проводят уже второй год подряд. Она собрана и представлена 6 местными коллекционерами. Это объемные и плоские модели, фигурки, представляющие Первую мировую войну и Великую Отечественную войну, а также современную армию и ее президентский полк, который в этом году празднует 80-летие. Также среди экспонатов – самолеты, разные виды танков и кораблей и даже целые диорамы. На открытие выставки пригласили школьников, а сразу после осмотра экспозиции в дневниках занятости каждого из них появилась специальная печать о посещении выставки. Ожидается, что в этом году с экспозицией «Армия на ладошке», которая будет открыта до 10 мая, познакомится около 4000 школьников. Они должны знать русскую армию, что действительно русский солдат, он лучший солдат. И что те правители, которые были, генералы, маршалы, они тоже лучшие. Они родиной болели и любили родину. Это первый момент. Второе, в ЕГЭ сейчас появилось много заданий, которые связаны с медалями, с марками, со значками. Добавлю, что первые миниатюры воинов появились еще в Древнем Египте. Коллекционированием таких фигурок увлекались многие известные личности. Невский, Петр I, Кутузов, Наполеон, сказочник Андерсон и многие-многие другие.